Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как изготовить синицу из подручного материала. Первое. Разрезаю крышку от стакана пополам. Это будет туловище синицы. Второе. Я вырезаю круг из крышки. Это будет голова. Также я стараюсь поддерживать свое рабочее место в чистоте и порядке. Третье. Приступаю к изготовлению лапок из синельной проволоки. У синицы они крепкие и цепкие. Я буду соединять их вот так вот. Сначала к одной части, потом к другой. Ребята, с проволокой очень легко работать. Далее рисую на синем картоне крыло и хвост и вырезаю их. Щечки у синиц белые, скручиваю синельную проволоку в маленькую капельку. Вот так. Приступаю к изготовлению клюва. Он будет черный. Теперь наступает самое интересное. Я собираю синицу по частям. Сначала я приклеила лапы, туловище и голову к зеленому картону. Теперь я украшаю голову белой щечкой. Также я дорисовала глаз белым маркером и приклеиваю клюв к голове. Ребят, как вы заметили, я украсила грудь синицы желтыми перьями. Для этого мне понадобилось 4 пера, а также крыло у меня состоит из 3 перьев – коричневого, желтого и зеленого цвета. Теперь мне остается приклеить только хвост, но для этого я должна его также оформить перьями. Ребята, окрас у синиц бывает разный, это зависит от того, в каком месте это синица обитает. Я для своего хвоста подобрала коричневый и зеленый цвет перьев. Также я работаю с горячим клеем. Ребята, если вы будете работать с горячим клеем, приглашайте своих родителей, и они вам помогут. Синим маркером дорисую линии. И остается дорисовать глаз. Хвост приклеила. Вот такая синица получилась.